Не иначе. Не надо считать в глубине своего сердца, что ему следовало бы быть благодарным, потому что вы что-то разделили с ним. Нет, вы должны сами чувствовать благодарность. И то, что он готов был разделить с вами это, что он был готов выслушать вас, разделить некоторую энергию, разделить некоторое время с вами, и что он готов был готов слушать вашу песню, был готов разделить ваше счастье, был готов разделить ваши, был готов разделить не только изобилие, а он готов был смотреть на ваш танец.